Отже, ми продовжуємо на телеканалі «Репортер» серію корисних студій. В цей час ви знаєте, що Національний університет Одеська юридична академія, зокрема факультет, який готують професійних психологів, також долучився до того, щоб якось заспокоїти наше населення в цей час. На зв'язку Олена Адамова, професійний психолог, викладач в університеті. Олена, я знаю, чув багато про вас, знаю, що ви вирішуєте, намагаєтесь вирішувати дуже багато проблем, але я так розумію, що навіть з військовим часом ви зіткнулися вперше. І це зовсім інші проблеми, інші стреси, інші такі внутрішні переживання. З якими питаннями до вас звертаються в цей час? Здравствуйте. Украина со времен Второй мировой войны, кроме ситуации с Донбассом, не воевала. И мы все помним разговоры и шутки по поводу того, что в Украине война невозможна. И как и для всех, для меня, конечно же, это стало очень большим удивлением. Я сталкивалась с поствоенным синдромом у своих клиентов, которые выехали с Донбасса. И мне особенно жутко и грустно сейчас получать от них, не только от них, а вот людей, которые когда-то выехали с Донбасса, вот такое, знаете, глобальное разочарование в жизни, потому что они тогда сбежали со всеми чемоданами, собаками, кошками, родителями, детьми. И сейчас они очень многие находятся в осажденном Киеве, например, потому что все-таки в Одессе тихо пока, слава богу, может быть, даст Бог, не пока. И они говорят, что нам даже не так страшно, как остальным, потому что мы боимся столкнуться с ситуацией переезда, как тогда. Второго мы не выдержим. Сейчас Украина поделилась фактически на две категории людей. Те, которые находятся в зоне активных боевых действий, те, которые находятся в режиме ожидания. Помните эту жуткую пословицу, которую мы сейчас все вспоминаем? Ожидание смерти хуже самой смерти. Вот мы, Днепр, многие города сейчас, запад Украины, в который просто оказался как будто бы резина, в него двинулась очень большая часть наших соотечественников. И те, которые находятся в состоянии активных боевых действий, которые успели эвакуироваться или которые до сих пор живут в состоянии постоянного дикого стресса от жизни в бомбоубежище и в непонимании, что будет в ближайшие часы. И те, которые боятся, что это скоро придет к нам в дом, они находятся все-таки на разных полюсах, и здесь все равно сыт и голодного не поймет. И следующее разделение произошло по принципу тех, кто остался, и тех, кто выехал. И это совершенно разные люди, это совершенно разные переживания, совершенно разный уровень психологического, ну, о комфорте вообще никто не говорит. Даже те люди, которые успели выехать от войны сразу 24 числа и не успели почувствовать все, весь этот ужас, в котором сейчас живет Украина, даже они все равно находятся в постоянном стрессе, потому что у них есть чувство вины за то, что они уехали, а родные остались. У них есть чувство очень сильного, сильной обиды и конфликта от тех родных, которые остались, и обвиняют их, что они сбежали. Обида женщин за своих мужчин, которые выехали, потому что их обзывают нелицеприятными словами и поздравляют с 8 марта и так далее и тому подобное. И здесь вообще единого рецепта не то чтобы нет, но он в каждом конкретном случае, с одной стороны, они универсальны, работа с телом. То есть сейчас вот мы все должны перейти не в режим ожидания, а в режим жизни здесь и сейчас. Вот если мы вспомним приколы последних месяцев над тренингами личностного роста, мы в потоке, мы в ресурсе. Вот сейчас вот это состояние момента – это основное, чем человек должен жить. Потому что у нас забрали через неделю, через месяц, через год. Нам оставили только завтра. Вот мы все живем в режиме ожидания завтра, потому что никто в Украине не знает, что будет завтра, даже в безопасных регионах. И это завтра, вот это ожидание, оно может продлиться месяцы. Мы не знаем на самом деле,
сколько продлится эта война. Одни эксперты и ворожеи говорят, ой, вот-вот еще чуть-чуть, 10-е, 12-е, 14-е, и у нас все будет Украина. А некоторые говорят, ребята, затаитесь, потому что это на месяца так 2-3 затянется. И когда ты смотришь, во что превратили цветущий Харьков за несчастную неделю, господи, мы раньше жили понедельник, воскресенье, как быстро время летит. А тут часы растянулись на годы, такое ощущение. И, конечно, 2 месяца в контексте Харькова это звучит очень пугающе и очень жестко. Что я заметила и как я вытаскиваю, я не могу назвать уже их клиентами, потому что мы все перешли в режим благотворительности и помощи. Я волонтер только психологической помощи, я не зарабатываю ни копейки с момента войны. И вот что я могу сказать, что происходит с теми, кто ко мне обращается за помощью, это от острых ситуаций, панических атак, невозможности есть, невозможности даже дышать порой. То есть люди задыхаются, захлебываются тем страхом и паникой, в котором они находятся. Причем это не всегда обусловлено боевыми действиями. То есть люди могут находиться условно в Одессе, в Днепре и захлебываться вот этим страхом, хотя нигде ничто не стреляет. То есть мы слышим ПВО, мы слышим какие-то разовые взрывы, но нам грех жаловаться. А есть люди, которых психика оберегает, и они находятся в какой-то как каске, затуманенном состоянии, они живут в боевых действиях, но у них это происходит на уровне как фильма, как будто бы они в поезде, и все проносится мимо, они не понимают, что происходит. Я не знаю, кому из них хуже. Почему? Потому что люди, которые находятся в состоянии открытого стресса и паники дольше, чем несколько дней, у меня есть серьезное опасение за их психику и за их физическое здоровье. Я психосоматолог, это психологи, которые работают с последствиями в виде болезней от тех психических напряжений, которые человек испытывает либо в активной острой фазе, либо в вялотекущем режиме. И мой страх как психосоматолога за здоровье Украины, здоровье украинцев, потому что столько жить в стрессе человек не в состоянии. Ну, мы живой организм. Вот машина не будет ездить без бензина. Вот так же и мы не можем долго без сна, без еды и без здорового функционирования комфортного. И я смотрю, вот я прикалываюсь, верните нам ковид. Ковидом никто сейчас не болеет. Хотя ковид – это психосоматическая болезнь, которая поражает людей, которые захлебываются в негативе и страха смерти. Сейчас повсеместный страх смерти, сейчас задыхаются, очень много кожных заболеваний, очень много астматических каких-то проблем, но люди ковидом практически не болеют, ну то есть меньше намного случаев. В этой ситуации я рекомендую, если человек находится в состоянии паники, потому что он под обстрелом в бомбоубежище, в укрытии, вот прямо здесь вот сейчас стреляют, или когда это острая паника, паническая атака, например, нужно резко переводить психику на тело, сжимать-разжимать кулаки, приседать, отжиматься, маршировать на месте, петь, вот все что угодно, любую песню, которая придет в голову. Если есть дети, особенно важно петь детские песенки вместе с детьми, рассказывать сказки, вспоминать какие-то дурацкие, смешные, если возможно, истории из своего детства и того возраста, в котором дети находятся в этот момент. Считать пальцы на руках, на ногах. Рассматривать, вот просто переводить на зрение, рассматривать потолок, рассматривать, что происходит, и называть про себя вслух. Потом представить, что у вас в животе шарик воздушный, например, фиолетового цвета, и вот вы вдыхаете, живот увеличивается, шарик увеличивается, выдыхаете, и шарик сдувается, и вот так раз 8. Потом представлять, что вы как будто бы здание, и у вас на первом этаже, то есть в ногах помещается кабина лифта прозрачная, и вы помещаете на ее дно стеклянную вазу с красивыми цветами и запахом. И вот вы, когда поднимаете лифт от ног до головы, прям проговариваете про себя. Этаж колени, этаж бедра, этаж живот, этаж грудь, этаж плечи, этаж голова. Поехали вниз. И вы, во-первых, произносите это и отслеживаете свои части тела. А во-вторых, вы чувствуете, как будто бы внутри все здание-тело наполняется запахом тем цветов, которые возят туда-сюда лифт. Если это вот в острых таких ситуациях, пить воду мелкими глотками, произносить «мир во мне, я в мире».
Если есть, как позволяет территория, там, если вы в квартире находитесь, то ходите вокруг. Если вы находитесь в квартире или в укрытии с близкими, обнимайтесь, потому что в момент обнимания, в момент объятий у человека выделяются положительные нейромедиаторы, которые в данной ситуации срабатывают как успокоительное, как естественный анаболик. Особенно если это касается детей, потому что дети, когда находятся в тесном контакте, у них создается иллюзия безопасности. И у вас ощущение, что вы в ответственности за ребенка, вам надо выжить. Если мы говорим про состояние вот такое вот стресса вялотекущее, в котором мы все находимся, то нужно иметь план на день. То есть нужно заигрывать свою психику. Я ложусь спать, что я буду делать завтра? Какой чай, кофе я выпью? Что я съем? Из какой чашки, чем я займусь утром, чем я займусь днем, чем я займусь вечером. Я буду рисовать, я буду смотреть ролики, желательно обучающие. Сейчас полно времени, я хидничаю, что до конца войны абсолютно свободно. Сейчас полно времени заняться тем, чем у вас не хватало на это ни денег, ни времени. Сейчас очень большое количество людей отдает бесплатно свои ценные курсы, и у вас есть возможность учиться. И если кто-то говорит о том, что «Ой, самое время нашла, когда, что сейчас время учиться», да, именно сейчас время учиться. Потому что тот экономический кризис, в который мы всей Европой, не только Украина, но и Европа зайдет, нам придется втройне больше работать, чем мы работали до этого. Многие люди потеряют смысл в тех профессиях, которыми они занимались раньше. Я особенно обращаю внимание тех, кто, вот моя любимая фраза, которая сейчас не менее актуальна, чем в мирное время, что хорошего в этом плохом. И война на самом деле освободила нас от очень большого количества грузов, дел, с которыми мы не хотели заниматься, людей, с которыми мы не хотели общаться. И очень важно переосмыслить это, потому что война – это глобальный урок очень сильный для Украины и для всего человечества, и для каждого человека в отдельности. Что я делал до войны, сейчас я не делаю, и слава Богу. С кем я не хотел общаться, и слава Богу, потому что война меня разделила. И вот продумывание этого и благодарность тому, что вот да, война – это страшное слово, но она освободила меня от этих вещей, от этих обстоятельств, от этих ситуаций. И чего я не буду делать после этого? И если я когда-то думал, например, что я незаменим на своей работе, поэтому мне нельзя даже заболеть. Вот, пожалуйста, ты сидишь две недели, или ты, люди уехали в неизвестном направлении, и теперь им нужно либо начинать с нуля, либо подумать, чем они будут заниматься в ближайшие там, неделю, два месяца, три месяца, и им придется чем-то заниматься. И если вы когда-то имели какие-то таланты, какие-то чаяния, какие-то интересы, хобби, на которые не хватало времени, вот сейчас у вас самое лучшее время. Тем более, ну, по поводу «не время». Мы же не сидим, глядя в окно и считая пролетающие ракеты. Нет. Мы все время мониторим дикое количество инфомусора, который на 70% оказывается фейком. Я, я с ним сплю и каждые 5 хвилин мониторю, понимаю. Это страшно, потому что создается иллюзия контроля этой ситуации. Нам почему-то наивно кажется, что если мы что-то прочитали, то тогда мы в курсе, и мы что-то сможем предупредить. Ну, допустим, если человек принимает решение ехать или остаться, это, ну, условно помогает. Опять-таки, судя по тому, что я слышу от тех, кто выехал, очень большое количество наших соотечественников живут в настолько нечеловеческих, некомфортных условиях, спят непонятно где, боятся за свою безопасность, находясь где-то, что они говорят: «Господи, лучше бы я сидел в паркинге своего дома и каждый день сидел все-таки в квартире и имел возможность где-то что-то с кем-то общаться». Особенно, если мы говорим про нашу родную Одессу. А они, во-первых, потратили огромное количество изнуряющих часов и нервов на то, чтобы добраться туда, тратят те деньги, которые они успели вывести с собой, если деньги были, и находятся в достаточно сложных, стесненных условиях. Поэтому вот, это вот, вот эти страхи, вот эти ужасы, в которых мы находимся, когда мы смотрим все эти инфоновости, очень опасная ситуация для психики. Поэтому я призываю лучше вот это время. Все равно рука, мы уже наркоманы.
мы информационные наркоманы. Рука тянется к телефону, к айпаду, включи сериал, включи смешной ролик 95-го квартала, включи развивающую какую-то программу, все что угодно, музыку какую-то включи, но только ни в коем случае не вот эти вот политические новости, дебаты, обмывание костей тому, тем, кто в этом виноват и так далее. И устанавливайте себе информационные детоксы, когда вы вообще либо не берете телефон в руки, либо хотя бы, если вы наркоман, не колитесь постоянно. То есть вот я там 3 раза в день я буду мониторить политические новости. Окей. А кроме этого времени я не захожу в политику. Очень помогает при стрессе петь, потому что когда человек поет, у него так срабатывает голос, внутреннее ощущение в черепной коробке голоса и резонанс, в который вступает диафрагма, что это действует успокаивающе на психику человека. Если еще рядом, как я уже сказала, ребенок, то ребенку от этого станет спокойно. Очень важно, как это ни странно звучит, спать и правильно питаться, потому что мы машины, которые перешли в режим усиленного потребления энергии, усиленной траты энергии. Поэтому нужно спать. Пусть вы хотите спать в подвале, в паркинге, но спать обязательно. И находиться вот в этом. Что еще? Если есть возможность ходить по улицам, ну, допустим, в Одессе пока такая, слава богу, возможность есть, а даст бог и не пока, а так оно и останется. Гулять пешком на свежем воздухе, выветривать вот эти вот токсины стресса, в которых мы все пребываем. Если есть возможность читать, читать. Рисовать очень сильно помогает. Если у вас вы переполнены агрессией, ненавистью и страхом, берете листик бумаги, прям вырисовываете все свои эмоции, потом рвете, комкаете. Потому что та агрессия и ненависть, которой мы сейчас все захлебываемся, ну, кроме того, что с энергетической точки зрения мы подкрепляем, кормим, так скажем, всех тех, к кому испытывают люди негативные эмоции. Кроме этого, мы еще себя очень сильно разрушаем. Это очень имеет серьезные негативные последствия на наше тело потом впоследствии. Оно разрушает нас фактически. Я розумію, про що ви говорите з точки зору інформаційного детоксу, але я теж підтримую такі призиви до нашого населення. Але все ж таки, говорячи про себе, я професійний журналіст, я в професії там більше 15 років, головний редактор. Я маю жити в цьому інформполі. Я зараз не можу навіть відволіктися на щоб переглянути якийсь там фільм, якусь там розважальну передачу. Навіть футбол мені зараз не цікавий. Я розумію, що можливо це тимчасово, якщо там буде спокійна ситуація, але дуже важко з інформаційного поля, з усіх там Telegram, Insta, Facebook каналів, офіційних, неофіційних, новинних перейти в мирне життя. Але я підтримую повністю призив до населення, яке не має відношення там ані до журналістики, ані там до політології чи щось таке. Тому повністю підтримую вас. А є ще така цікава думка. Я спілкуюся з різними людьми. Вони навіть зараз, живучи тут, вони бояться вийти саме на вулицю. Вони спокійно йдуть по вулиці, але є страх вийти на вулицю. Вони це описують як якийсь новий різновид стресу. Ну, це, можливо, там не професійна риторика, але чи є у вас в вашому середовищі професійних психологів така термінологія, що з'являються нові різновиди навіть стресу? Они не новые, просто наша страна в них не участвовала. По поводу страха вийти на вулицу, у нас короткая память. Давайте вспомним ту панику, в которой пребывали люди первые несколько недель, 2 месяца коронавируса. Ну так, в парках не можно было гулять, знаете. Ну, то есть, были психологически здоровые, зрелые люди, как я, которые гуляли при любых возможностях, которые видели, понимали, как распространяется вирус, когда мы еще не знали, насколько опасен этот вирус, но мы мыли руки, мы пшикали, маски носили, кто носил, кто не носил, но мы четко понимали природу, не понимали природу этого вируса, но мы понимали, как распространяется вирус, плюс-минус, и мы понимали средства предохранения и безопасности, и мы их использовали. Но очень было большое количество людей, которые, я понимаю, что это подвижки в психике, их нельзя назвать психологически здоровыми, которые находились в квартирах,
Ну, наверное, год или полтора. А у меня, например, у моего парикмахера есть клиентка, которую он все эти 2 года ездит домой, и она не выходит с квартиры. Поэтому, ну, мы это наблюдали вот тогда. Человек настолько боится за свою жизнь, что у него есть иллюзия, и это, кстати, не иллюзия, в большинстве случаев это правда, что дома безопаснее. Конечно, когда мы видим Харьков, который пострадал и куда попадали бомбы, гранаты, грады в мирные дома, то дом не всегда является безопасным. Но в целом, конечно, дома безопаснее, чем на улице. Но нужно объективно оценивать ситуацию. Вот это то, почему мы сидим в инфополе, но мы его, ну, не так используем, ну, вот как корреспондент. Вы же знаете, что есть определенные, скажем так, часы бомбардировки, есть определенные боевые, относительно, боевые действия. Но когда в Одессе так люди к этому относятся, ну, это психологическая, вот такая психологическая особенность в состоянии стресса, потому что якобы я в безопасности. Но здесь есть другая угроза, она просто имеет отложенное действие, то же самое, что было в коронавирусе. Человек, который находится в изоляции, особенно если он сам, человек, который находится в замкнутом пространстве, у него будут серьезные подвижки в психике. Поэтому очень важно все-таки выходить на улицу, ну или хотя бы открывать окно, сидеть возле открытого окна и дышать воздухом. Потому что это, ну, и физиологически вредно, и психологически опасно. Я хотів би поставити питання, воно не стосується, ну, мені так здається, не стосується нашої країни, але я дивлюсь різні інформпродукти, телевізійні продукти, іноді там дивлюсь відомих блогерів, ну, таких, називаємо їх ліберальних, з російського телебачення, які цілком віддають себе собі те, що відбувається, вони називають речі тим, якими вони є, ну, як їм це дозволяє закон. І останні кілька днів відомі російські журналісти, незашкварені, їх так називаю, відносно незашкварені, вони один за одним роблять інтерв'ю також з психологами, і вони досліджують таку психологію провини, як пережити провину. Спілкуються з вашими колегами, але російськими. І я так розумію, що нашого сусіда це на довгі роки такий може бути синдром, можливо, не синдром. А чи вивчали ви цю ситуацію взагалі, цей феномен, як жити з провиною такою, тим більше такою провиною? У нас чувство вини носить совершенно другой характер, чем у них. Якщо у них чувство вини за свого президента, за своїх соотечественников, у нас чувство вини перед своїми соотечественниками в случае, якщо я виїхала, ти остався. У нас совершенно другая ситуация. И я с этим сталкиваюсь повсеместно у своих подопечных, так скажем, что, не знаю уже теперь, как их назвать. И я постоянно слышу от женщин, которые с таким трудом пересекли границу, добрались до этой границы, пересеклись с чемоданом, с ребенком, с кошкой, с собакой в зубах, без особых денег, которые вообще непонятно каким чудом добрались до границы, нашли наконец-то хоть какие-то условия жизни и теперь испытывают чувство вины перед теми своими родными и близкими, которые остались в Украине. И я всегда говорю, что это выбор каждого из нас уезжать или оставаться. Даже в тех ситуациях, когда мы говорим про тяжелейшие условия для оккупированных районов, но там тоже было время, когда можно было выехать. И вот точно так же, как есть люди, которые 24-го только утром услышали стрельбу и сразу выехали, а есть до сих пор те, вот как я, которые сидят и что-то ждут. Это все наша воля, это все наши какие-то внутренние установки, ограничения. Мы, по большому счету, с вами сейчас все находимся в привязке к своим телефонам. И очень многие люди, они либо вообще без работы, либо они могут что-то делать онлайн, но они не выезжают. Это их выбор. И я считаю, что чувство вины могло бы иметь место быть, и то в данном случае не было бы этого чувства вины, потому что такая особенность психики была бы. Если бы человек выехал за счет кого-то, ну, например, забрал деньги и на эти деньги уехал, там, забрал машину, на которой можно было выехать, или тебе пообещал, все у тебя забрал и сам уехал. Но такие люди бы не испытывали чувство вины, потому что у них была бы своя правда. А те, которые испытывают, они совершенно не виноваты в том, и вот нужно погрузиться в этот момент в аналитические способности, то есть включить рефлексию и саморефлексию.
что я сделал для того, чтобы этот человек не выехал, а я выехал. Как я способствовал решению этого человека остаться и как я принимал решение уехать. Я виновен в том, что этот человек остался, а я выехал. То есть раскладывать рационально, потому что вина – это состояние не рациональное, а иррациональное, психологическое состояние. И вот в этот момент нужно перевести все максимально, постараться в режим рациональности. Что случилось? Как я там оказался? Как я принимал это решение? Говорил ли я кому-то с кем-то о своем решении? Как принимали решение они? Какое решение на момент моего выезда было у этих людей? О чем мы говорили? Как мы договаривались? Или как мы вообще, в принципе, советовались? И особенно западаю туда те родственники, которых остались. И я повсеместно слышу это, что вот я умоляла маму уехать, мама сказала, нет, я дом не брошу. Как только я выехала, мама стала меня обвинять, что ты меня бросила. И вот надо вот возвращать вот это состояние. Опять-таки, иногда, если это уже в разделе иррационального, экологично даже с точки зрения сохранения психики и отношений прекратить общаться на время, сказать, мам, твоя там, мам, сестра, подруга, твоя правда, так получилось, так сложилось. И отставить эту ситуацию до снижения уровня эскалации и вообще, в принципе, конфликта. И разговаривать самому с собой, восстанавливать события в памяти. Действительно ли я сделал что-то плохое этому человеку? Действительно ли я виновен в том, что мы сейчас оказались разделены? Что касается россиян, то, с одной стороны, мы все виновны в выборе того правителя, который нами управляет. То есть если мы говорим глобально с точки зрения причинно-следственной связи, то они не то чтобы виноваты, они ответственны за то, что, потому что такое вина – это сознательное причинение вреда. Я юрист, во-первых, по первому образованию, во-вторых, я кандидат юридических наук, и нужно отличать вину и ответственность. И вина – это всегда сознательное действие или бездействие, причинение вреда, которое приносит определенные негативные последствия материального или нематериального характера. И в данной ситуации мы как раз имеем дело с ответственностью отложенного характера. То есть я когда-то проголосовал за того президента, который сейчас пошел войной на другой народ, на братский мне, на дружественный мне народ. Но моей вины в этом нет. И если я могу что-то делать, то я могу делать это в пределах своих возможностей и своей ответственности. Просто мне очень грустно наблюдать, как наши соотечественники захлебываются злостью, ядом на народ, который когда-то и в принципе по корням нам родственный, как славяне, и не понимают, что те люди находятся в таком диком информационном поле, в таком состоянии зомбирования дикого просто, хотя при нынешних инфовозможностях, при том, что мы все имеем доступ, они еще тоже, Инстаграм. Было бажание да. Немає, и воли немає. Смотрите, а здесь уже есть такой момент. Это отсутствие желания, либо потому что люди смотрят большой пласт российского народа, они не смотрят интернет, они смотрят только телевизор. А телевизор – это очень жестко отшлифованная информация, там прям такое количество зомбирования идет через телевизор. Ну и есть еще один очень важный момент. Человеку очень тяжело справляться с чувством вины. И если мне показывает телевизор, что наш народ прав, мы их спасаем, мы им помогаем, а интернет говорит, что вы пришли на нашу землю и вы стреляете в наших детей, отбираете наши дома, то человеку безопасней запасть в телевизор и оправдываться, что украинцы что-то не понимают, это их обманывают. Это исключительно инстинкт самосохранения. Ну и плюс они физически боятся за свою жизнь, за свои рабочие места, потому что у них действительно другой режим, мягко говоря, чем у нас с точки зрения демократии. И они просто понимают, что, ну а что я могу сделать? Я только пострадаю, если я вылезу. То есть это такой приспособленческий момент, который имеет место быть. Дякую, пані Олена. Я все ж таки пропоную наступну частину нашої розмови, яка обов'язково буде, все ж таки більше уваги приділити саме ненависті, направленої до Росії. Вона є, я цього не приховую. Десь в мене також є, я воюю на інформаційному полі, я цього не
буду заперечувати, але це інша сторона розмови, тому що ми зараз все накидаємо в один пласт. Професійні психологи, викладачі Національного університету Одеська юридична академія, зараз волонтери, якісні психологи. Подякуємо за цю роботу. Ми не знаємо, коли це все закінчиться, тому ви робите дуже важливу справу, а після війни вона буде ще більш цінною, мені так здається. Очень сильно, особенно бедным нашим военнослужащим, которые придут с вот этим дичайшим просто эхом войны и посттравматическим синдромом. Нас ждут очень серьезные психологические проблемы, наш многострадальный народ. До зв'язку, пані Олено, дякую. Будемо тримати зв'язок. Спасибо вам. Будь Одеса. Счастливо.